Поехали! Это, говорит, стоит возле зоомагазина витрина такая большая, и стоит мужик и пальцем что-то по витрине так проводит в одну сторону, вверх, вниз. И тут полицай такие до него подходит так. А что вы тут робите? Он говорит, смотрите, смотрите, молодой человек, как все-таки низшие существа подчиняются нам высшим. Вот смотрите, я пальцем вниз, и рыбки, видите, вниз, да? Я вверх пальцем, смотрите, 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 и все рыбки вверх. Я вправо, смотрите, и рыбки вправо, видите? А? Мент так, ага. Мужик ушел, а мент остался. К нему начальник подходит, говорит, что ты тут робишь, он? Знаете, о рыбках хороший анекдот старый. Знаешь, когда Изя поймал золотую рыбку, рыбка говорит, отпусти меня, я тебе три желания исполню. Он говорит, что всего три? Говорит, ну да. Ну хорошо. Значит так, миллион в швейцарском банке, красавицу-любовницу и виллу на Канарах. Это раз. Поехали!